Приветствую всех на своем канале, и у меня сегодня вот такая коробочка отличная, красивая, красочная, с замечательным бронетранспортером или грузовиком М6. Здесь орудие, на котором находится ВЦ-55. Это модификация, да, грузовика. Ну, это Dodge 3 четверти знаменитый. В принципе, у меня есть уже подобный автомобиль, но от фирмы Мир моделей. Вот, который стоит гораздо дороже. А данный набор от фирмы Италери я покупал за 700 с небольшим рублей в магазине Я моделист. Не смог пройти мимо данного бокс-арта. Очень классно выглядит, очень интересно. Вот, тем более что за такую цену для модели в 35 масштабе, ну, я думаю, это не деньги. Давайте смотреть, что внутри. Внутри очень такая вот необычная инструкция, буклет. У нас здесь расположены шаги по сборке. Вот таким образом, такая длинная гармошка. Значит, 12 шагов по сборке. Как видим, есть фигурка, орудие, да, расположено на этом автомобиле. И вот такие цветные странички с вариантами окраски и нанесением декалей. То, что они цветные, уже приятно. Такой хороший бонус, да? Приятно? Приятно, конечно. Вот. Итак, внутри у нас я достал из пакета. Все литники были завернуты в один большой пакет. Литники вот такого коричневого, вернее, коричнево-оливкового такого, да, более переходящего в коричневый цвет пластик. Так, первый литник у нас имеет такие детали. Детали колес. Колеса довольно-таки просто выглядят. Но я не думаю, что здесь какой-то супер мудреный рисунок протектора. Поэтому, возможно, достаточно будет этих колес. Стоит лишь правильно как-то совместить эти половинки, чтобы получился более-менее хороший такой рисунок, внятный. Итак, дальше у нас капот перед вот этого вот автомобиля, перед кабиной, что ли, да. У нас здесь сиденья, которые имеют какую-то фактурку. А решетки, ну, естественно, по толщине они не очень подходят. Вот. Придется либо стачивать, либо менять на что-то более масштабное. Вот. Также следы толкателей здесь есть с внешней стороны, что тоже необходимо будет убрать. Это не очень, вернее, очень некрасиво. Дальше у нас здесь есть канистры, которые расположены на автомобиле у нас будут. Они даны вместе с ремнями здесь уже, с креплениями. Но я думаю, что они нас тоже не устроят. Скорее всего, придется их заменить на что-то более такое внятное. А может быть и нет, конечно. Ну, при сборке посмотрим. Ну вот. По литью, как и на предыдущем литнике, в принципе, все более-менее неплохо. Конечно, это не литье от Tamiya, но более-менее хорошо. По крайней мере, какого-то ужасного облоя и там глубоких утяжин я не вижу. Вот. Здесь у нас шансовый инструмент. Здесь у нас даны такие фары имитация. Они у нас не имеют отверстий, да, углублений. Так что придется либо заменять на эльф, либо высверливать и создавать какие-то фары от себя самостоятельно. Вот. Также есть какие-то более-менее мелкие детали. Шансовый инструмент, которые выглядят, ну, по крайней мере, вот сейчас на первый взгляд, неплохо. Посмотрим, может быть, придется заменить на что-то более внятное из других наборов. Также
У нас здесь есть крылья, некоторые детали от ходовой. Значит, стекло ветровое, рамка его, да? Вот. Ну, в принципе, такое качество среднее. Конечно, это несравнимо с восточными экспрессами всякими, но и не Томия. Ну и набор, конечно, я думаю, что не новый. Вот. Не знаю, какой год производства этого набора, первого его выпуска. Поэтому я думаю, что набор довольно-таки старый. Вот. Это у нас литник с деталью рамы, которая, кстати, вот на Восточный экспресс уже по качеству эта деталь очень-очень похожа. Вот. Все довольно-таки упрощенно дано. На видимых частях есть следы толкателей детали. Это деталь либо ходовой, либо двигателя. Сейчас не разберусь, какой-то редуктор. Вот. Есть толкатели на рессорах, которые нужно будет срезать, а потом прорезать рессоры. Они, кстати, довольно толстые здесь. Вот эти вот пластины. Не мешало бы, наверное, еще подрезать, прорезать несколько пластин. Итак, дальше у нас детали кузова. Задняя его часть, я так понимаю. Рифленка, которая расположена должна быть на крыльях, по всей видимости. Ну, рифленка смотрится вроде бы неплохо. И последний литник, он самый большой практически. Это кузов с, я так понимаю, расположением снарядов. Весьма упрощенно все это выглядит, конечно. На снаряды это никак не похоже. Где-то якобы они вытащены, потому что углубления сделаны глубже. Где-то они якобы здесь сидят еще. Ну, посмотрим, как это все можно будет обыграть. Фигурка очень и очень примитивная, простая, очень смешная морда. Похожа на раннюю Томию. Вот. Также у нас здесь есть детали для орудия, я так понимаю. Вот щиток этого орудия, ствол орудия. Ну, все тоже весьма просто. Орудие очень примитивно выполнено, поэтому, возможно, придется его как-то дополнять. Вот. Может быть, каким-то фототравлением, либо изготавливать самостоятельно детали. Ну, посмотрим, будет интересно. Также вот у нас есть имитация винтовок в кофре, да, вот так вот, который можно увидеть вот здесь. Но это уж очень-очень-очень условно, просто. Здесь не видно ни мушки, ни прицела, ни ремня тем более. Просто сымитирован приклад, причем смотрится довольно-таки стрёмненько, ребят, честно. Вот. Ну что ж, не знаю, за 700 рублей, в принципе, может быть, это все и приемлемо. Я думаю, что да, приемлемо. Итак, дальше у нас есть вот такое ветровое стекло. Дано оно вместе с дворником. Деталь очень прозрачная, в принципе, никаких дефектов по стеклам я не вижу. В принципе, можно оставить и в таком это виде, обыграть дворники как-то. Вот. Тоже посмотрим. Сейчас не могу утверждать. Ну и последняя часть содержимого этого набора. Это вот такая вот довольно-таки большая декаль. Здесь есть несколько вариантов бортовых номеров. Всего их у нас 4, да? И различные приборы даны. Звезды для любого из этих вариантов номеров, а также несколько рядов букв и цифр для создания, я так понимаю, вообще всевозможных комбинаций номеров, подразделений. Там вообще можно воспроизвести любой практически номер любого автомобиля. Вот. Ну, такая декаль, конечно, является, несомненно,
плюсом данного набора. Возможно, она пригодится где-то и еще. В остальном, это все, что может похвастаться данный набор. В принципе, я считаю, что цена 700 рублей за него адекватная. Можно с ним покорпеть, как-то поработать. В принципе, модели фирмы Италери не особо блещут какими-то такими вот изысками, да, качественным литьем, детализацией, проработкой матчасти. В принципе, и за 2500 у меня сейчас есть модель, которую я в свое время покупал за 800 рублей всего. Там есть эта самоходная установка противотанковая Panzer 4, Panzer Jäger, да. Вот. Ну, просто модель стоит 2500 на данный момент. Она совершенно не соответствует ценнику своему, но, тем не менее, она его имеет. Вот. Поэтому за 700 рублей вот такую машину, я думаю, брать можно. Я нисколько не пожалел, мне будет интересно с ней поработать. Вот. Обязательно сниму процесс сборки, как только притронусь к ней. На этом, я думаю, все. Спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, что будет дальше очень интересно.